І у Могильові почався демонтаж пішохідного перехода без світлофору на вулиці Якубовського. Дорожні знаки «Пішохідний переход» змінили на «Переходу нема». Зебру замальовують, на тротуарах ставлять поручні. Неподалек от переходу, який демонтируют, справа и слева находятся зебры со светлофорами. Как поведомили у Держаутоинспекции, организацию дорожного руху на этом участку переглядели у тым лику за дорожно-транспортного здарения, якое отбылося тут вечером 12 листопада. Тады непосредно на пешеходном переходе Volkswagen сбил мати с дочкой и мужчину. От телесных пошкоджений 34-годовая жанчына померла на месте. 8-годовую девчинку и мужчину с травмами шпитализовали. По факте гибели следчик комитет завел криминальную справу. До речи, и месяц тому миновито на этом самом месте машина сбила пешехода. Ён помер. По информации ДАИ, сёлета за порушение правила у проезду пешеходных переходов отбылося больше за 40 дорожно-транспортных здарений. 3 человека загинули, 43 отрымали травмы. В связи с этим хотелось бы напомнить пешеходам о том, чтобы они, при переходе улицы по пешеходному переходу необходимо всегда убедиться в безопасности, в том, что все машины остановились. Ну и в свою очередь водителям, всегда подъезжая к пешеходному переходу, особенно к нерегулируемому, нужно повысить свое внимание и сбросить скорость. Городские улады планируют реконструкцию в улице Якубовского и реорганизацию на ее дорожного руху. Сегодня это уже третий могилевский пешеходный переход без светлофоров, які демонтируют. Планируется ликвидовать еще один. Олеся Рыбалка, Сергей Карпяков, Денис Бутылин и Виталь Вопсев. Новин региона.